Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». После выхода турецкого одноименного хита ходило немало слухов о российской адаптации. Новость о купленных правах приобрела официальный статус, и режиссер Всеволод Аравин приступил к работе. Наконец-то главная интрига открыта. Все знают, кто сыграл Серкана и Айду в русской версии. Но появится ли возможность показать, как их отношения развивались после финала первого сезона? Слухи были повсюду, и повод был. Руководство проекта запретило рассказывать о сюжете, даже на съемочной площадке. Сценарий видели лишь единицы. Ажиотаж достиг своего предела, когда появились новые слухи. Грядет продолжение сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Официально известно, что никто из многочисленного состава продюсеров проекта не делал официальных заявлений, а значит, дата выхода второго сезона остается под вопросом. На главный вопрос, будет ли продолжение, режиссер многозначительно ответил: «Посмотрим». Мы продолжаем следить за новостями о сериале. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.